Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Перебирал я большое количество монет вне стрима. Здесь были разные кулечечки. В принципе, из однокопеечных монет, из 60 монет я нашел одну только. Монету 92 года. Ну, у нас здесь номинальная 1.11 ААМ вроде бы. Единственная монета, на которую я отложил, она сейчас где-то по гривне продается. Так, следующая монета у нас с перебора двухкопеечных монет. Один алюминиевый 94 года монета из 60 копеек. Так, по 25-кам, ребята, я перебрал 1214 монеточек, из которых я нашел совсем немного. Здесь 5,92 года. 1/3 штамм, в принципе, тоже неплохо. Парочку монет 94 года. И шестеро монет 96... Четверо монет 96 года, извиняюсь. И один глазик 2010 года. В принципе, попадается. Ну, ребята, я попал довольно-таки на большую партии монет перебранных. Из 500 монет я нашел только две монеты 96 года. Не знаю, каким они чудом туда просто-напросто попали. Но, ребята, в остальном кульке я нашел просто обалденное количество монеточек. Это у нас, наверное, была копилочка. Я думаю, здесь было у нас 544 монеты, из которых 92 года 12 монет. Потом у нас 92 2 третьих штампа. Одни бублички у нас вторые. Два ВАМ-очка. Также, ребята, здесь 94 года три с крупным гуртом. К сожалению, БАКшки не было. Потом у нас 94 года 17 монеточек еще в придачу. К тому же, ребята, еще было 4 монеты 96 года. К сожалению, БВшечки не было. Аж две перепуточки. 1-2. БАМ-очки. Извиняюсь, 1-2 БАМ. Пара перепуток довольно-таки редких. Ну и здесь, ребята, ранее я, конечно, показывал. Попалась вот такая монеточка. 2 ГАМ, которую я раньше показывал в ролике. Именно с этой партии упала эта монетка. Обалденная, конечно, монетка. Я очень сильно доволен и сильно рад. Это, как говорится, мне за прошлых 5 кулечков по 100 монет, в которых не было абсолютно, ребята, ничего. Так, по 25-очкам мы закончили. По полтинничкам было 884 монеты. Здесь средний гуртов 17 монет я отложил. 90. Так, малого герба 11 монеточек. 4 ягодников 16 штучек у нас. Плюс одна с средним гуртом. Почему-то всего-навсего одна. В основном их встречается намного больше. Так. Парочка монет с третьим штампом. Тоже выпала с малой партии монет. С небольших количеством кулечков. Одна монетка даже выпала из 20 гривен. 94 года, конечно же, в большом количестве. Здесь у нас 33 монеты 94 года. Их тоже на кучу, их, конечно, уже не особо и берут, но я думаю, где-то дело это будет. 95-го года, ребята, мне очень повезло, нашел я 4 монеты. Одна, к сожалению, только с крупным гуртом, все остальные с мелким гуртом. Также, ребята, по полтинничкам я нашел 3 АГМ-очки трапеции. Тоже довольно неплохо. 2009 года здесь чисто механика, удар. Это просто показать, что это не брак, не попадение. С другой стороны выгнулось. Это у нас удар. Вот такая пристегнутая монетка мне попалась. Через всю монету что-то ее царапнуло довольно глубоко. Это тоже чистая механика. Поврежден кант. С другой стороны, понятно, не видно. Но вот такая вот пристегнутая ремнем безопасности монета. Ну и, ребята, вот 2014 года с небольшим вздутием в углу над буквой У. Это у нас по полтинничкам.
Еще, ребята, у меня в 25-ках вот нашлось тоже такое же вздутие на реверсе монеты. Так, что из самого интересного с полтинников? Нашлась вот такая вот монеточка с остатками блеска. Тоже в неплохом сохране. Ну, к сожалению, с пятнами, но не все идут с пятнами. Ну и, ребята, что меня удивило, из соляночки я нашел. Было там еще небольшое количество солянки на 55 гривен. Вот такая обалденная монета 92-го года с лучиком. Она просто сияет и блестит. Это у нас 4-ягодничек с мелким гуртом. Обалденная монета. Такого я вроде бы еще не встречал. Явный штемпельный блеск. Как она сохранилась, я, ребята, не знаю. Но однозначно отложил себе, наверное, на коллекцию. Обалденная монеточка. Так, ну там еще в соляночке была одна десюлечка. Штампичек 1.3.32. По-моему, АМ-очка номинальная. Ну, понятно, пойдет на аукцион. По гривенках, ребята, здесь, конечно, было 460 монет. В принципе, 2004 года здесь у нас 7 монеточек. Одна БА третья. У нас разновидность гуртовой надписи 3. Буковка Д ближе к буковке О находится. БА третья. Также, ребята, парочка маков 2015 года. Ну и 65 уроков перемоги. Было еще 2 гривенных 11 монет. Ну там, понятно, я ничего не нашел. Ни браков, ничего. Так что, ребята, вот такой перебор. Эта копилочка меня явно больше всего что порадовала. Здесь выпал 2 ГАМ и куча 92-го года монет. Так что, ребята, вот так. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.